О пропавшем батискафе, который спускался к затонувшему «Титанику» и в воскресенье перестал выходить на связь. На борту находится 5 человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Новость хорошая. Спасателям удалось услышать звуки, которые похожи на стук с интервалом 30 минут. Это дает основание полагать, что шансы на спасение все же есть. Новость плохая. На момент записи этого видео точное местоположение батискафа установить не удалось, а кислорода у команды остается примерно на сутки. СМИ пишут, что шансов на благоприятный исход становится все меньше.